Сергей Антонян обвиняется в мошенничестве. Он брал деньги с граждан на строительство 9-этажного дома по улице Буковой, 10, при том, что разрешение на строительство высотки не получал. От мошеннических действий пострадало 106 граждан. Они все с разных регионов Российской Федерации. Значит, причинен ущерб свыше 130 миллионов рублей. Вопросы разрешения гражданских исков, которые были заявлены потерпевшими, переданы судом для рассмотрения и в гражданском судопроизводстве. По наказанию суд согласился с мнением государственного обвинителя и также назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Построенный Антоняном дом на Буковой признан судом самостроем и подлежит сносу. Однако администрация города готова рассмотреть вопрос о заключении мирового соглашения с обманутыми покупателями. Это возможно только после экспертизы, которая в рамках судебных заседаний подтвердит, что объект безопасен и соответствует всем требованиям, предъявляемым многоквартирным домам. Все условия, при которых возможно сохранение дома, будут прописаны в мировом соглашении. Таким образом, будут защищены права граждан, поверивших недобросовестному застройщику и вложивших в строительство свои деньги.